Сейчас будем хитрые упражнения делать. На носки ловишь. Смотри, смотри, Данила. Ты вот принимаешь исходное положение, Данила? Ты вот принимаешь исходное положение? Вроде бы правильно встал. А когда опускаешься, бац ее ногами и убирает. И она у тебя встает на носки. Ты вот поставил ноги, как я тебе говорил, на середину стопы. Так и садись. Не толкай ее ногами, а вот так и садись. Просто коснулся, так и садись. На пятки. Чтоб ты стоял на пятки. А то ты начинаешь с носков и ловишь на носки. Ровнее поставь. Стоп. Да, вот видишь, ты коснулся. Все, не толкай ее. А вот ты ее толкнул, Даник. Ты вниз можешь смотреть и принять исходное положение. Вот, видишь, она покатилась. Покатилась, Даник. Ну да, прими свое исходное положение, не толкаешь там. Вот. Давай таким же макаром. Смотри вниз, чтобы ее не толкать. Толкнул. Вот и я тебе говорю, когда ты не стал ногами толкать штангу, а вот немножко назад сместился. Не ногами толкнул вперед на носки, а вот так немножко назад принял исходное положение. У тебя появилось положение, ну, правильно. Как это все делать? Давай. Слушай меня, слушай. Вот. Да, смотри и не толкай ногами. Вот, вот. Вот. И принимать стал на пятки. Не на носки, как ты все время делаешь, на носках. Ты же сам говоришь, я роняю большие веса вперед. Во! Во! Красавчик, Данила! Через полгода штангистом станешь.